Вот выросли наши кабачки, их достаточно много. И я хочу на завтрак сорвать один из листьев кабачка и приготовить вместе с другими ингредиентами вот себе сегодня завтрак. Итак, мы срываем лист. Давайте хотя бы вот этот лист срываем. Чудесная полянка со снытью. Сейчас мы сорвем несколько листочков. И здесь у нас еще одуванчик. Итак, у нас сегодня лист кабачка. На завтрак, естественно, крапива. Вот еще небольшая. Сныть. Одуванчик. Так, листья одуванчика. Еще сныть. Мелко-мелко рвем. Я еще все-таки добавлю немножечко с моего огорода салатика листьев. Водички, как мы всегда делаем. И сначала мы, как всегда, промалываем зелень. Сначала на одной скорости, потом на другой. Так, мы сюда банан. Немножко сделаем бананчика. И небольшой, маленький. И сливы. Слив сделаем очень много, потому что у нас слив достаточно. Нам надо их есть. Свои сливы. Опять так же делаем на одной скорости, потом на другой. Ну вот, мы перелили коктейль, и коктейль у нас достаточно получился такой кашицеобразный, потому что, как я говорила, уже у нас и слива такая достаточно твердый, банан. Ну вот они дают такую вот консистенцию. И меня многие спрашивают, до какой степени нужно делать, измельчить, и сколько времени. Можно, конечно, и немножко, чтобы кусочки были небольшие, но я считаю, что идеально это, конечно, кашицеобразное. Если там совсем мелкие частицы, то имейте в виду, что вы даете своему желудку отдых. В этот момент желудок не принимает участие в обработке пищи, переработке, а принимает участие кишечный тракт. И в этот момент вот вы даете как раз желудку отдохнуть. Сказать, что лучше всегда усваивается мелкая пища, как вы знаете, когда больные ему перетирают супы. Поэтому я вот советую вам до такой степени это сделать, она больше принесет пользы. Вот. И она приятнее пьется на одном дыхании, понимаете, это к времени, потому что все блендеры разные, с разной скоростью, с разной мощностью, и погружные, и другие, поэтому в зависимости от вашего блендера вы тратите на это время. Но сделайте так, чтобы это было очень вкусно, чтобы это было мелко, чтобы очень было вот так вот приятно пить вкуса. Если очень сладкий коктейль, вы можете добавить лимончика, если он кисловатый, вы даже можете добавить инжир, тоже его смолоть предварительно мелко, вот, или еще какие-то вот, банан я добавляю, когда хочется послаще, поэтому вот все можно и регулировать, и добавлять и другие приправы, некоторые сюда даже тоже добавляют и имбирь, и корицу, но во всяком случае это оптимальный коктейль, почему? Потому что он должен воздействовать на все наши вкусы, он должен обладать и какие-то сладкие компоненты, и какие-то горькие компоненты, и какие-то кислые компоненты. А для восприятия, для желудка это очень хорошо. У многих возникает вопрос, почему именно коктейли, почему не салаты, потому что в салатах вы столько зелени не съедите. Здесь вы видите, что мы очень много добавили зелени, и не все травы, вот, например, одуванчик вы точно не будете есть отдельно, или лист кабачка.
Вот, а еще второе, что, к сожалению, наши зубы уже за много лет не так хорошо перерабатывают и мельчат пищу, как нам нужно было бы для организма, и поэтому вот перемолотый коктейль – это идеально, тем более, что обеды и ужины вы, пожалуйста, можете продолжать есть, как хотите, но это очень быстро сделать, и быстрый питательный завтрак, после этого останется очень быстро ополоснуть посуду, и, в общем, то уже все будет готово и прекрасно. Итак, приятного завтрака, всего вам хорошего, до следующей встречи.